Роман Шмонин, игрок сборной России. Ром, с победой. Как тебе вообще атмосфера этого поединка? Спасибо. Атмосфера классная. Ну, я бы сказал, я ни разу в жизни при такой атмосфере не играл, при таком давлении болельщиков со стороны Греции. Это незабываемо. 3-0 после первого тайма ведет наша команда. Ну, футбол мы полностью переиграли. Вот расскажи про эту первую 20-минутку. Да, на самом деле мы выполняли тренерскую установку, и за счет этого мы появились в 3-0. Что произошло во втором? Ну, во втором, я бы сказал, при счете 3-0, когда соперники начали катать большинство, мы могли забивать и 3, и 4, и 5, но мы не реализовали эти моменты, и из-за этого поплатились. Несколько слов про судейство. Ужасно. Какие эмоции были на тренерской скамейке вот в этот тяжелый момент для нашей сборной во втором тайме? Честно, я не могу передать эмоции на скамейке. Все друга поддерживали, все друга подбадривали, и мы делаем одно дело. А на поле вообще вы слышали друг друга? Очень тяжело, все голоса сорвали, ничего не слышно. Остались ли у нас эмоции на финал, который состоится сегодня в 9 вечера? Конечно. Мы победим? Да. Я этого вам обещаю. Спасибо, Роб.